Здорово, друзья, меня зовут Мазл. Добро пожаловать в Emily Wants to Play 2. Продолжение ужастика про гадкую девку и её жуткие куклы. Давайте посмотрим на демо. Как темно. Это была бешеная вечеринка. Я так вымотан. Да, братишка. Какой свинарник, боже. Как у вас настроение? Нормально всё? А можно просто уйти? Я пока не могу уйти. Свинарник убирать? Не хочу я это делать. Ой, баночки. Сколько у тебя колы, братишка? Что это за муть? Я так хочу спать. Братка, подожди. А ты что указываешь? Ты это дерьмо видел? Да, братишка. Полная жесть. Господи, спокойно. У нас всё хорошо. Кто хрустит? Ну-ка, мрази, тихо. О, это моя тень, господи. Тихонько. Просто свинарник. Бывает. Ой. Так страшно. Так врубай обратно. Так намного лучше. Как скажешь. Не доели пиццу, можно? Дайте кусочек. По-братски, э. О, бананчик. Даже его не съесть. Нужно подняться наверх. В кроватку. В смысле, куда подняться? Чё так темно? А свет? Это не то. Есть чё похавать. Открывашка. Моя мечта. Тихо, банки. Чё так пусто везде? Как подниматься-то? Подожди. А там свет, господи, повыше. Всё, базара нет. Я смелый, я не боюсь. Ничего не боюсь. Можно света? Там кто-то есть, да? Опа-на. Никого. От души выручаешь. Вилочка? Ты чистишь, да? Ой. Малой, моё почтение. Малая, моё почтение. Я пойду. Да тихо, братишка, не пались. Господи, какая крепота. Бедная кукла. Наверное, за это они и мстят нам. Гадкие куклы. Тихо, кто здесь? Никого. Как ты скрипишь, падла. А ты ещё хуже. Тихо. Можно сюда? Да тихо, братишка. Что ты делаешь? Ногожопина. Нужно в кроватку. Подожди. Я слишком устал. Я иду в кроватку. Э. Он сам спать лёг. 3 часа. Офигенно. Да выруби дерьмо это. Проклятый будильник. Нужно принять душ. Перед работой. Ну хорошо, сейчас пойдём. Боже, какая ты свинья. Я поражаюсь. Это кто? Здрасте. Вы после вечеринки остались? А свет? Подожди, где? Хорош. Да тихо. Что за прыжки на банках? Мать. Перемать. Дверку закрывать. Тихо, тихо, тихо. Ванна там. Нужно принять душ. Хорошо, подожди. Это клоунская рожа. Ах ты мразь. А это кто? Давайте зайдем в гости. Поприветствуй хотя бы нас. Сволочь. О, дедуля, здорово. Или кто ты? А ты где? Подожди, сзади. В этом месте мы еще не были. Никого здесь нет, спокойно. Просто гитарка, кресло-качалка. Все обычно. И жуткие-жуткие картины. Боже, какая волосня. Тихо. Мыться, купаться, подмываться. Спокойно. Никого здесь нет. Кто шумит? Какая мелодия? Подожди. Закрой. Это что такое? Есть тут что? Даже банки здесь. Господи. Да спокойно, братишка. Давай, мойся. Мой свое жирное пузо. Давай, чисти, чисти. Вода довольно ужасная, но я использую больше мыла. А у тебя оно есть? У такой свиньи. Чё-то я сомневаюсь. Кто-то дышит, тихо. Кто дышит? Куда я положил ключи от своей машины? Какая курва дышит? Кто здесь? Никого нет. Никого нет. А никого реально нет? Кто это был? Никого. Спокойно. Клоунская рожа. Здесь. Заперто. Тихонько. Просто тихонько, сука, не прыгай. Как ты пугаешь меня. Кто мычит? Чё это было? Где же ключи от машины? Э! Не-не-не-не-не, подожди. Не-не-не-не-не. Впусти её. Пошли во все в задницу, а? О, боже мой, тихо. Это эта мразь. Сударыня?
Тихо. Да она сама зашла. Тихо. Кто скрипит? Куда я положил свои ключи? Почему я должен уйти? Потому что опасно здесь. Ты дурной, что ли? Часы какие-то звенят. Тихо. Но опять свет. Да они издеваются. Гадкие куклы. Что это скрипит? Где? Где ключи? Ой, мать. А чё так темно? Спокойно. Не скрипите, сукины дети. Сюда подняться можно? Я ни хера не вижу. Где мы? Где мы, господи? О, свет, свет, свет. Хорош. Это оно. Я нашел ключи от машины. Кто дышит? Кто дышит? Нужно сначала тарелки помыть. Какие тарелки нахер? Ты больной, что ли? Такое дерьмо творится в доме. Какие тарелки? Ты что, поехавший? Тарелки, спокойно. Это здесь? Никого здесь нет. Ну давай, мой посуду. Чисти, чисти. Труба чисти. Ой, господи, как это напряженно, а? Эта посуда ужасна. Ну а что поделать? Потише, мой давай. Мы опять без света, что ли? Ох, мой твою, сука. Да, мы опять без света. Мы опять без света. Сука, помыли посуду. Я больше не буду посуду мыть. Пошел на все в жопу. Хороший кошмар. Мне понравилось. Да завались ты, господи, спокойно. Глупый будильник. Да что опять света нет? Опять мыться? Мы же купались только что. Тихо, мразь. Кто бы ты ни был. Я готов ко всему. Давай везде подмой свою задницу и все остальное. Они по запаху находят нас. Вода снова грязная. Нужно больше мыла. Намного больше мыла. Целый флакончик. Кстати, а где фонарик? Надо бы его найти. Дай свет. Да ладно. Сволочи. Даже не шелохнись, падла. Даже не смей. Опять ты здесь, дед. Ключи у тебя? Да ладно, что это, подожди. Ух ты, юх ты. Можно это возьму? Опять посуду мыть придется? Надеюсь, что нет, тихо. Сука, какая ж мразь. Это что? Время это ключ. Это подсказка, может? Да уберите эту мелодию, господи. Опа-на, они здесь. Валим. Это победа. Опять посуду мыть? Нет, братишка. Ну какого лешего? Ладно, чисти давай. Какая суровая жизнь, господи. Это посуда. Сущий кошмар. Не я ел из этого. А ты свинья. Давай, прибирайся. Кто дышит снова? Кто дышит? Какая мразь дышит? Можно пойти на работу. Хорошо. Кто это? Снова предохранители. Нужно сначала это починить. Кто бы, сука, сомневался? Никого здесь нет, голова. Нажимай. Все? Работает. Здрасте. А что такое, братка? Какого хера? Это что, кузен клоуна? Мало нам одного мудака. Опять будильник. День сурка какой-то. Вырубай дерьмо это. Фонарик, фонарик. Еще и меняется все, ты посмотри. А вода грязная. Прямо в такой мыться? Буль-буль-буль. Кто-то ходит сзади. Кто приперся опять? Кто мешает мне мыться? Кому дать по жопе? Никого нет, спокойно. Ищем ключи. Эй, мужик. Ключей не будет, а? Не стучи дверкой. Я такого не боюсь. Кто здесь? Никого. Ложная тревога. Сука, Честер! Нет! Тихо. Даже не смей. Нужно посуду помыть. Сука, Честер, Честер, надо бежать. Помогло? Может, была вечеринка с ними? Возможно, это друзья наши? Все эти куклы. Опять свет. Предохранительная коробка. Херач. Ты еще кто? Да сука, вы издеваетесь, мать твою, да что ж такое, дайте на работу уйти, свиньи. Время вставать. Ключи. А вот и фонарик.
Давай, 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 мойся. Мойся, сволочь. Давай активнее, ну. Пора на работу уйти. Клоун, даже не смей. Сука. Тихо. И Честер здесь снова. Давай, мой посуду. Какая рутина, господи. Прямо как в жизни. Бегом, бегом, бегом. Бегом, бегом, бегом. Свет. Врубай свет. Можно уйти? Наконец уйти. Тихо, 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 тихо. Это Эмили. Нужна ключ-карта. Какая ключ-карта? Вы что, прикалываетесь? Ух, ёшечки. Сука. Какая жесть. Какая ключ-карта? Где она? Это кошмар какой-то, реально. Нужно сразу искать все. Давайте думать. Где карта может быть? А вот и ключи. Главное карту найти. Где же она может быть? Ответ близко. Курочка. Работа сегодня. Доставка сэндвича. Хватит. Давай. Да господи, какого хера? Как на работу уйти? Нет, кошмар снова. Ну конечно, свет, конечно, свет. Почему ты здесь, мразь? Какая ж сука, а? Карточки не будет, а? Уважаемый. Ну ладно. Ну и что делать? Какого лешего, братишка? Ключи здесь. Фонарик. Мы бежим, бежим мыться. Давай, братка, мойся. Имей совесть, а? Какого ж хера, братишка? Да что за жизнь, а? Выбирай мудро или проиграешь. Эй, дедуля, ты в норме? Тебе помочь? Господи, что это было? Ищем ключи. Четыре везде? Вот они. Идем мыть посуду. Давай, давай, братишка. Часы четыре. Здесь все так же, да? Опа-на, они изменились. Четыре, да? Четыре. Карточка, хорош! Наконец, бежим отсюда. Честер, Честер, Честер. Дайте просто уйти. Ну же. Открывай. Есть! Эй, дорогуша. Ты куда полезла? Ой, боже. Врубай. У меня снова тот же кошмар. Фонарик. Ключи. И все прекрасно. Она, походу, в ванной. Какая чистая ванная. Давай, братка, мойся. И вода сегодня чистая. Почему мне снится странный сон? Потому что ты поехавший? Никого. Спокойно. Нужно помыть посуду. Бежим. Давай, приступай. Не мыл посуду несколько дней. Свинота. Выходим. Я чувствую, я должен оглянуться, пока я не уйду. Зачем это? Никого нет. Хм, полагаю, ничего не было. Я опоздаю. Нужно уходить. Никого. Фух. Как хорошо. Как спокойно. И машинка заводится. Приехали. Кто-нибудь здесь есть? Я доставляю сэндвич. Кому вкусный сэндвич? И кто запер нас? Думаю, понятно кто. Очередной бедный курьер. Это было прикольно. Ждем полную версию. А их семейка пополнилась. Пока на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся.